Ребят, всем привет, с вами Максим Шубин, канал «Это реально интересно». Сегодня я решил поиграть в Standoff 2. В общем, сегодня я буду играть с, так сказать, улучшенным, обновленным управлением. Я играю, ребят, на ПК в Standoff 2 или мобильное CSGO, как я ее еще люблю называть. Хотя почему-то некоторые за это меня хейтят, ставят дизлайки и так далее. Ну, в общем, ребят, ставьте лайки. Ну, если не нравится, ставьте дизлайки. И, собственно говоря, погнали. И да, друзья, хочется одну штуку все-таки опробовать в этой игре, и я смотрю, что это, в принципе, смотрибельно, это нравится людям, это смотрит, это классно. Это я все про магазин в Standoff 2, то есть здесь можно открывать кейсы, собственно, как и в какой-нибудь... Так, сколько стоит? Ну, без разницы. Как в какой-нибудь CSGO, которая на ПК, да? Так что, друзья, может быть... Попробуем эту штуку замутить. Давайте наберем тогда хотя бы 150 лайков, ребят. 150 лайков набираем. И тогда я открываю этот вот сундук, так сказать, мертвеца. Вот. И то, что мы выбьем, я разыграю среди вас уже в следующем ролике. Когда мы уже откроем, то есть в следующем ролике мы уже потом разыграем. Придумаем несложные условия. В общем, как-то так. Если вы хотите это увидеть, то давайте наберем хотя бы 150 лайков. Ну что ж, погнали. Да, и ставьте лайки со всех своих аккаунтов, со всех своих устройств. Друзьям скажите, что тоже лайков наставили. Погнали. В общем, хочу вам одну штуку показать. Не знаю, насколько вам будет это полезно или нет. В общем, у меня такие настройки управления. Если вы хотите увидеть, как я все это сделал, как я все это настроил, как я управляю в том числе мышкой в этой игре, то, ребят, напишите в комментариях. Если вы хотите увидеть такой ролик, то я, в принципе, могу сделать. Это будет достаточно, я думаю, информативно. Так, что по музыке, что по громкости. Ну, музыка есть, окей. На самом деле, я еще не во все режимы в этой игре поиграл. А здесь есть еще различные режимы. Кстати, я поставил на средний, чтобы был побольше FPS. Хотя, конечно, графика упала, заметно упала. Также есть еще счетчик FPS. Давайте его, на самом деле, включу. Просто посмотрим. Ну, типа, возможно, это будет интересно. Так, нажимаем применить. Я, на самом деле, еще одну штуку не освоил в этой игре, а именно, как переключать оружие. То есть, я знаю, вроде как, ну, какую кнопку, в принципе, нажать, чтобы... был произведен выбор оружия, но я не могу выбрать оружие, которое я хочу. Это на самом деле очень странно, непонятно для меня. Вот, собственно, вот мой КД, он, кстати, положительный. 84 убийства, 75 смертей. Ладно, это, я думаю, не особо вам интересно. Просто давайте поиграем же. Давайте просто поиграем и все, погнали. Итак, друзья, я выберу, пожалуй, гонку вооружения. В этом режиме, по-моему, я не играл. А может быть, играл когда-то давно. Так что посмотрим, что из этого получится. Кстати, пинг у нас 56 вот показывает. И надеюсь, вам тоже это будет достаточно интересно. Если что, тоже пишите в комментариях. У Макс, отключи пинг, нам он не нужен. Фу-фу-фу-фу. Как-то так. Так, друзья, мы выбираем, за кого играть. Выбираю я играть за террористов, но я не могу выбрать. Могу только за спецназ. Кстати говоря, террористы, я заметил, что всегда выигрывают и всегда проигрывают спецназовцы. Вот как-то... Воу. Воу-воу-воу, пацан. Или может не пацан. Лайк не хочет ставить, и поэтому он получает... Нет, он ничего не получает, я получаю. Мордасики мне прострелили. Так, это было жестко, больно, неприятно. Блин, слушайте, я как в КСке почти играю. Сейчас просто в КСке я очень плохо играю, как бы. Так что здесь я играю не лучше. Думаю, не лучше. Воу-воу-воу-воу, блин. В общем, по-прежнему есть какой-то такой нерв. Типа, я боюсь, что сделать лишнее. Что такое? Я ходить не могу. Почему? А, это типа разминка была. Все нормально, сейчас попрем. Сейчас пойдем убивать всех и вся. Так, где? Ага, сейчас в спину зайду им всем. И сделаю ути-пути. Шные. Такс. Так, начнем с этого. Блин. Так, спокойно. Спокойно, заходим отсюда. Кстати, тут можно запрыгнуть? Нет, нельзя сюда запрыгнуть. Ой-ой-ой, что-то меня тоже в спинку завалили, как бы. Спина за спину и спиной, как говорится. Так, ладно. Ладно, блин, ну что они все такие жесткие? Это вы чё? Мельдония обожрали, что ли? Охренеть. Походу, я не единственный, кто сделал такое прикольненькое управление на ПК. Походу, там есть ребятки, которые, может быть, даже еще сделали прикольнее. Управление, не знаю, но очень прилично стреляет. Очень прилично, я, видимо, на каких-то жестких пацанов попался, просто жестко. Жестко меня месят. Так, ну вроде что-то получается время от времени у нас. Воу-воу-воу-воу, там вижу-вижу чувака, вижу чувака. Так, стой-стой. Упс, ой-ой-ой, у меня что-то, короче, пурочка с ума сошла немножко. Ладно, такое бывает, это все-таки
не реальная CSGO, а мобильная всего лишь Standoff 2, которая называется... А, чувак, что ты здесь... То есть вот эти все моменты, я прям, конечно... Жестко, ребят, 50, сколько там, ну 50 с лишним где-то FPS показывает, более-менее играбельно в этом смысле, но, тем не менее, что-то тяжело, честно, тяжело. Блин, просто пипец! Я выйти не успеваю, мне уже гасит, короче, попробуем как-нибудь так более разумно действовать. Ой, кайф, ой, просто кайф, ребят, кайфурочка, залетела, так! Бум, пушечка, отлично, есть хедшот или что-то, я не знаю, да, хедшот это был, я Сашу завалил, просто Сашу Белого... Все, здесь мика хана была. Прям, да, хана. Блин. Да ж... Оу, чуваки, просто жесть. Просто жесть. Слушайте, мне сложно. Мне сложно, но я могу что-то сделать. Вау, какая пушечка. Слушайте, какая пушечка. Какая девочка. Какая милая на ней. Прицельчик очень милый на этой пушечке. Так, я... Ага, клево, клево, клево. Так, слушайте, сейчас я буду, наверное, валить. Ой, пацан. Спасибо. Ха-ха-ха. Yeah, килл есть, ребятки. Я начинаю вроде осваиваться в этой игре. И вроде... Блин, я не ту кнопку нажал, я хотел кнопку прицела нажать, нажал присесть, по-моему. Так, что здесь вообще происходит? Здесь есть гранаты, кстати, нет, гранат здесь нету. Потому что это гонка вооружения, здесь нет гранат. Кстати, было бы прикольно, типа, гранатами так закидываться, был бы прикольный такой выбор оружия, да? Ой, блин, что я делаю? Я, короче, вообще туплю, что-то я вообще растерялся на самом деле. Когда тебя так фигачат, то ты, конечно, растериваешься периодически, вот, штаники, так сказать. Прудишь, прудишь, бывает такое, не скрою. Так, воу. Оу, пацан, или может не пацан. Лайк поставь и подпишись ты на канал, ладно. Да я его звоню? Да. Потому что кто я? Про. Но не очень. Так, местами. Жесть, просто жесть, ребята, просто жесть. Очень рандомно, на самом деле, оружие падают. Это, возможно, из-за того, что, типа, опять же, это не Valve сделан эту игру. Ой-ой-ой, ребят, что происходит? Просто что происходит? Меня гасят жестко. Нет, тиры, не, ребят, я не знаю почему, но они всегда здесь самые жесткие. Я не знаю, может быть это читеры какие-то, ВХшники там, АКшники. Хотя здесь ВХ не так прям супер нужно. Здесь больше, наверное, нужны какие-то, ну, читы на прицеливание, типа автоприцеливание какое-нибудь. То есть вот что-то такое нужно. Вот, то есть вот это прям помогло бы. Блин. Что ты такое? Что ты принимаешь вообще, чтобы у тебя был такой охренительный скилл? Наверное, ты играешь очень много, ну как минимум. Да что? Просто пипец! Просто нас взяли в какое-то гребаное кольцо, или я не знаю, как это назвать тут еще. Более правильно, более... Короче, пофиг. Просто давайте стрелять и все, и может быть что-то из этого получится. Сейчас я попробую перезадиться. Мы не можем выйти даже из своего собственного домика. Нас тут атакуют жестко, мощно. Я пытаюсь как-то что-то противостоять. Не особо получается, на самом деле. Опачки, опачки, чувак, там прям зашел, зашел за эту... Братан. Или не может не братан. Оу-оу-оу-оу-оу. Блин, что такое? АРТ что-то... Блин, пошел ты нафиг, козлина. Я тебя сейчас просто пристрелю, пристрелю тебе. Ай, что ты делаешь? Не делай так. Мне что-то пушка с ума сошла немножко. Такое бывает. Блин, опять. Опять я минус. Piece of shit. О, я, кстати, на третьем месте, между прочим, ребят, я на третьем месте, то есть не так уж я и плох был. Кстати, в своей команде я был самый лучший, но там в команде террористов, там, конечно, их было и больше, они были и сильнее. Там чувак один 48 киллов сделал, черт возьми, ты кто такой нафиг, ты читер? Нет, серьезно, как так можно играть, ребят? Что это такое? Ну, не знаю, видимо, он давно играет, потому что я играю, наверное, четвертый раз в эту игру. Вот, надо как-то потренироваться, ребят, пишите в комментариях, хотели бы, чтобы был стрим. Вот прям напишите, пишите. Я хочу, наверное, знаете что? Я хочу арену. Пусть будет арена. Хотя нет, давайте уже другой режим на самом деле попробуем, а то что все в один режим скажете, типа, вот, Макс, только в один режим играешь, типа, только там можешь убивать и все, или наоборот, ты только там можешь умирать. Ну вот, так что давайте попробуем другой режим. Гоу. Так, друзья, я выбираю командный бой я выбираю. Так, почти 50 тысяч игроков в сети, это круто. Кстати, ребят, как у вас с погодкой? У меня что-то... Дождь идет и не перестает, хотя мне нужно по делам сходить, но я не могу, потому что дождь, и надо какие-то болотники покупать, чтобы выйти на улицу, чтобы не промочить ноги, жесть. Так, я хочу выбрать теров, ребята, там Алина, короче. Алина выбрала теров, я хочу выбрать тоже теров. Я буду ждать. Да, я выбрал теров, отлично, потому что теров всегда побеждает, почему, не знаю. Так, разминка. Так, я же тер, да, я тер. Террорист. Террорист win. Let's go. Погнали. Сейчас кого-нибудь
завалим, может быть. Слушайте, на самом деле, вот эти вот резкие какие-то такие вот моменты бывают. Я пытаюсь как-то плавно сделать чуть-чуть вот так, и все, уже. Просто писец. Нет, чуваки, это похоже на какое-то автоприцеливание. Ну, то есть, ну что такое сразу в хэт и как-то вот. Не знаю. Странно, очень странно, подозрительно. Возможно, я против читеров играю. Кстати, надо эту тему тоже прогуглить, как-то посмотреть, как и что там вообще с этими читами дела обстоят в этой игре, я не знаю. Потому что игре уже достаточно много лет, по-моему, 2 года как раз, да. Там, 2 years later, 2 года спустя, да. Ладно, посмотрим с момента старта. Опачки, я просто попал под шквальный огонь. Под шквальный огонь попал. Я пока никого не могу завалить, если я не ошибаюсь, да? Да, я никого не могу завалить. Что-то как-то здесь сложновато мне играть. И типа здесь нужно максимум игроков завалить, тогда ты выиграешь, да, я так понимаю. То есть здесь такой смысл игры. Ну, в принципе, как и в большинстве других режимов этой игры. Так. Ой, кого-то завалил, кого-то завалил, кого-то завалил, красава. Двух завалил, ребят, двух завалил просто. Машина для убийств вышел на тропу доброты на ютубе. Окей, убил тебя какой-то Дэймон или кто там? Дэймон. Что такое имя прям какого-то, не знаю, убийцы, может быть, маньяка. Дэймон, маньяк Дэймон совершил очередное убийство. Его жертвой оказалась юная особа мужского пола. Да, он еще и гей. Оу, черт. Братан, ебой. Да блин, откуда ты взялся? Что такое? Слушайте, здесь, честно говоря, сложно комбинировать, как в КС-ке, то есть туда-сюда какие-то там движения сделать. Сложноватенько. Честно говоря, только пытаешься. Я еще пытаюсь привыкнуть к управлению. Да, я сделал его значительно лучше, то есть я прям существенно его лучше. Кстати, ребят, я могу показать, как это сделал, хотя, я думаю, так уже большинство знает. Так что, не знаю, будет ли смысл этого ролика. Но, в общем, напишите в комментариях, хотели, нет, в общем, как-то так. Чё там, кто там еще? Ой. Ну, чувак, ну, серьезно. МС какой-то, МС меня завалил, то есть рэпер. Короче, рэперы еще в КС-ке, да, конечно же, там всякие криды, фейсы, кто там еще. Все в КС-ке. Так, ладно. Куда пошел? Стой. Что я... Блин, я же прыгать еще умею, да? Я что-то вообще не прыгаю, короче, ладно, надо научиться прыгать. Я вроде умею. Давай, давай, да. Это я завалил? Я нуба завалил. Ну, нуба-то хотя бы нуба я могу завалить. И то хорошо, друзья. И то хоть что-то могу. Пошел ты, ну, вот так тебе. Все. Еще одного нуба завалил. Ха, я только нуба валю, чувак, сорян. Если ты посмотришь этот ролик, как бы, друг, кто знает, кто знает. И-и-и-и. Пацаны, хочу, короче, что-нибудь написать в чат, ребят. Мне написали на стриме, типа, мол, пиши чат, типа, ты стример. Или там, блогер, ютубер и так далее. Короче, сейчас что-нибудь напишу. Так. Так, что там пишу, да я вообще. Я Z пишу, надо по-русски. Я снимаю ролик для канала. Это реально интересно. Заходите и подписывайтесь. Так, ну может быть, кто-нибудь зайдет, подпишется, я не знаю, как мне еще подписчиков привлекать, потому что от меня все отписывается. Ребят, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, пожалуйста, подписывайтесь, друзьям, расставьте колокольчик, нажимайте, это очень важно. Я снимаю ролик для канала, это реально интересно, заходите подписываться. Короче, все, написал вроде бы, погнали. Так, ой, это же чувак, которого надо убивать. Я привык, что я все за время заметов катаю, и теперь теры, теперь я тер, теперь я на славной стороне закона, так сказать, на нужной, правильной. Ой, прям как задирает, просто вверх дико задирает. На самом деле, опять меня МС какой-то завалил. Я хочу себе, знаете, что хочу? Хочу винтарь. Хочу вот эту вот пушечку. Блин, ты супа не хочешь покушать? Пожалуйста, покушай супа. Хватит стрелять пацанов, реальных ютуберов, которые пытаются снять и показать охренительный крутой скилл, которого у них нету. Вау. Слушайте, прям звук классный. Звук четкий. Мне нравится звук. Вот звук, все. Ради звука я оставляю эту пушечку. Попробую с ней немножко побегать. Это типа АВП, да? КС-ки. Пошел. Пошел. Че, я завалю, что ли? Ах, хорошо, я стреляю иногда. Особенно если у меня АВП в руках. И почтительное расстояние, они особо не дергаются. В общем, кое-что могу сделать.
Матерь Божья. Да я бог. Я чертов бог стендов 2. В данной ситуации. Оу! Что ты промазал, по-моему? Нет, мне уже, наверное, патронов мало, там один или два. Два патрона осталось, ладно. Так, пацаны, чё, кого? Отлично! Отлично! Слушайте, это просто боевая позиция для меня максимально. Просто сношу, сношу людей. Чувачков, боровичков, ботов, я не знаю, с кем играть. Скорее всего, с реальными людьми. Это я, по крайней мере, надеюсь. Потому что там было почти 50 тысяч людей в онлайне. То есть в сети готовых сыграть. Набить тебе морду. Так... О, а что такое, слушайте? Блин, все, меня завалили, чуваки, все. Я нашел для себя, походу, криптонит в виде MC очередного рэпера, который снес мне голову. Так, отлично. Пошел. Уу! Блоу Гранас. Что-то низко стал стрелять. Ой, просто огонь. Огонь, огонь. Хорош, ребята! Стата моя просто улучшается нереально быстрыми темпами. Сейчас просто охренительно круто. Просто я уже просто на префайре хреначу. Просто на префайре, ребята, просто огонь. Мне нравится, мне стало нравиться. Мне стало нравиться. Я прям настоящим маньяком тоже стал в этой игре. Вау, прикольно. А, черт, это было больно, неприятно, конечно, когда тебя убивают, да. Ноузумчик, ребята, ноузумчик, да, с близкого расстояния достаточно, но тем не менее, это вообще среднее достаточно расстояние, все-таки не самое близкое, но такое среднеблизкое, скажем так, расстояние. Ладно, продолжаем катать. Валить всех и все, просто тут изрешечена вся стена, ребята, возможно, большую часть этих пуль, дыр, отметин оставил именно я со своей АВПшечкой, ну или с кем там еще, я не знаю. Короче, нет, я... Подходить-то это на самом деле стрёмно как-то. О-о-о-о! Там какой-то пацан. Или, может, кстати, здесь девчонки тоже, походу, играют. Ну, по крайней мере, там был не Кристина как-то, я с какой-то Кристиной играл. И вполне возможно, что эта девчонка играет. Ребят, кстати, напишите в комментариях, какой у вас пол. То есть, ты мальчик или девочка, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне прям интересно, вообще, играете ли вы Stand of 2 или нет. Я вот периодически заглядываю в эту игрулю. Тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно, спокойно. Вася, вернее, Макс Шубин в здании. Пора выходить и подставляться под мои пульки. Я жду, на самом деле, я не хочу особо рашить, потому что мне рашить не получается в этой игре. Да и, честно говоря, удовольствие я почему-то как вот в обычной КС-ке не испытываю от раша. Вот, так, окей. Здесь тут должен по-любому быть. Нет, здесь на самом деле сложно попасть. Ах, я еще не совсем привык к управлению. Я так еще как-то криво-косо управляю. Давайте, короче, посмотрим мою стату. 16 киллов, помощи 2 и 11 смертей. То есть у меня как бы КД все равно положительный, это хорошо. Я за положительный КД, я за положительный КД. Бум-бум-бум. Давайте кто-нибудь, кто-нибудь. Ой, вижу тебя. Хорош, просто, ребята, кайф. Просто кайфую от этих киллов, они вроде бы такие, ну, немножко... теплые, скажем так, но тем не менее, все равно приятно, ребят, все равно приятно, что не ты, вернее, не тебя, а ты кого-то имеешь, да? Так, хотя девчонка, наверное, наоборот. Так, ладно. Здесь без двойных стандартов. Что-то перестали выходить. Ух, мать твою, прострелил, ребята, просто охренели прострел. Чувак, они ее просто прострелом взял, просто прострелом, ребята. Это кайф. Вот прострел это вообще прям супер кайф. Прострел это вообще супер кайф, ребята. 60 FPS, ну нормально, если FPS более-менее держится. То есть такой более-менее средненький, конечно. Короче, смотрите. Хочу поменять, допустим, оружие. Хочу, допустим, да. Хочу как-то, ну типа вот, не знаю, хочу пистолет. Как теперь его выбрать-то? Не выбирается никак. Не выбирается, ребят. Как это сделать? Ладно. Пофиг. Буду за ВПшечку катать. Так, так, так. Не, ну там все как бы свои, так сказать. Блин, ну короче, мы как бы за теров играем. И здесь, конечно, мы побеждаем пока что. Я думаю, мы побеждаем, да? Ведь мы побеждаем? Я надеюсь. Просто меня не очень там видно. Вы это видите? Я-то нет. У меня потому что здесь камера висит. Короче, я, наверное, уже выхожу из игры. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если так, почему бы не поставить лайк друзьям, рассказать, колокольчик нажать. Надеюсь, вы ждете мои новые ролики по Stand of 2. Мне, в принципе, игра понравилась, зашла, не знаю, как вам. Пишите в комментариях.
Вот, и если вы хотите, чтобы мы открыли кейсы в этой игре, также потом еще сделали розыгрыш того, что нам выпадет, то, ребят, давайте наберем хотя бы 150 лайков. Это совсем, я думаю, немного для нас. И, пожалуйста, максимально распространите этот ролик. С вами был Макс Шубин. Всем удачи, всем пока!